Большинство жителей Бурятии заявили о снижении доходов в этом году. Всероссийский опрос провел автомобильный сайт «Дром». 54% жителей республики отметили снижение денежных поступлений именно в 2022 году. Четверть опрошенных ответили, что их доход не изменился, а каждый пятый даже рассказал об увеличении заработка. Что ответили улан-удэнцы на улицах о своих доходах, смотрите далее. Снизилась ли ваша зарплата в этом году по сравнению с прошлым? Если снизилась, то надо работать. Я работаю дополнительно. Ищу. Понятно, да? То есть я не сижу и не жду, когда мне повысят заработную плату. Мы из другого региона. Здесь, понятно, все снизилось. И здесь вот хочется сказать, чтобы побольше зарплаты людям прибавили. Снизилась ли ваша зарплата по сравнению с прошлым месяцем? Повысилась. Повысилась? Я частник, поэтому на государство никак не влияет. Вы знаете, я работаю учителем в школе, у меня все стабильно, уже много лет, так все хорошо. Нет, потому что я работаю сама на себе, потому что я обычно всегда развиваюсь, и поэтому свой заработок я могу сама уже полностью его контролировать. То есть если мне хочется отдохнуть, я отдыхаю, если нужно заработать, я пошла и заработала. Больше всего о сокращении доходов из опрошенных заявили жители Бурятии и Якутии. В Ханты-Мансийске, напротив, больше всего тех, чьи доходы выросли. А в Москве результаты опроса схожи со средними по стране. 42% отметили снижение денежных поступлений.